Индонезия, да. Индонезия is invited to start and first to go is Мухаммад Яхья Аяш. Давай, давай! Как попытка первого спортсмена из Индонезии, первый Стеван, мимо. Мимо. А вторая попытка. А также не попадает и на третью. Вся надежда. Ай-яй-яй, тоже мимо. Мухаммад Яхья Аяша, Индонезия. Давайте поддержим его и его лошадь Сабир. Видно, не судьба. И второй спортсмен. Сегас Сатрия Прабово, Тим Индонезия. Чего-то боится, да? Начинает движение по боевому полю наш спортсмен Пегас Адрия Прабова. И первое, есть! Есть попадание! Вторая попытка, мимо, выше уходит стрела. И третья, есть! Есть! Пегас Адрия Прабова! Аплодисменты этому спортсмену из Индонезии, Пегас Адрия Прабова! Результат спортсмена из Индонезии Пегаса Адрия Прабова, который выступал на лошади Эль Марис. А мы с вами видели, как вторая мишень едва-едва не была поражена. Чуть-чуть выше проходит стрела. А чем хотелось бы, и вот команда Республики Южная Корея. Си Юн Хали, первый спортсмен из этой республики. Брат второго всадника, и посмотрите, как прыгает его лошадь. У нас конкур в конце августа, а не в начале, поэтому без этого. Акбар решил попрыгать немножко, и вот поскакал наконец-таки по прямой. Си Юн Хали, первая попытка мимо, вторая попытка. А также мимо, и третья. Си Юн Хали, давай мы с тобой. И ай-яй-яй, касается! Касается, поворачивается мишень, но не хватает силы, чтобы она упала. Республика Южная Корея, Си Юн Хали, аплодисменты ему. А Кён Хали второй, а наш участник из Республики Южная Корея. Два брата-близнеца, но отличить их можно, поэтому наблюдаем за его мастерством. Кён Хали. Есть первая мишень. Вторую стрелу выпускает из рук, но третья-то готова. И аплодисментами завершил выступление Кён Хали. Республика Южная Корея. Результат Кион Кони. 5 points. 5 баллов. Результат Кион Кони. Спортсмена из Республики Южная Корея, которого выступал на лошади Адмирал. Next to start. Малайзия. Морт нас руки. Камару Заман. Ждет готовности наши участники. Бин Каламутан. И я готов увидеть его. Господин Камару Заман уже движение к линии старта и достаточно спокойно. Спокойно, спокойно пошел. И первая мишень есть, пожалуйста. Одержите второй, еще подарок. А не получает, а вот третья мишень будет ли поражена. И ай-яй-яй, не хватает. Мохнас Рубин Камарул Заман, Малайзия. Второй спортсмен из этой страны Махамад Сафат Бин Абдул-Рашид на лошади видный выступает этот всадник. Next to go is Махамад Сафат Бин Абдул-Рашид, Малайзия. Мощная такая. Мощная. Красавец. И с косичкой. Видишь, как коса заплетена. Подготавливает площадку, убирает все лишние предметы. И старт разрешен нашему всаднику из Малайзии Махамад Сафат Бин Абдул-Рашид.
На высоком темпе обычное движение по нашей прямой и первая мишень. А несколько мимо, а вторая. Попадание! И третья мишень. Попадание! Махамад Сафан Бин Абдул Рашид.